Привет всем! Хочу вам показать землянику «Розовая мечта», которую мы выращивали в этом году из семян. Цветет она в большинстве обычными вот такими белыми цветами. Вот всего один кустик вот с такими вот как бы немножко розовыми цветами. Ягода у нее средняя, вот такого размера. Самые первые ягодки такие крупные. Немножко они как продолговатые. Здесь тоже вот на кустике вот такая ягодка. Крупную собрали, поэтому здесь уже осталась мелковатая. Такая вот продолговатая она. Усов дает небольшое количество. Всего вот здесь, наверное, 1-2 усика было. И на этом кусту вот он усик. Его укоренили, и он сразу зацветает. Еще один кустик. Тоже примерно вот такие же ягоды. Продолговатые немножко. Земляника это ремонтантная. Цветет она до самой осени. Сеяли ее на рассаду в январе. Высаживали в конце мая. Ну вот сейчас 10 августа. Ну, в принципе, она где-то середина июля она зацвела. Ну а на следующий год перезимует и будет цвести уже в конце мая, начале июня. Земляника такого вот среднего качества, и как бы она с одной стороны не слишком усатая, ягода средних размеров, ну, как бы такая, бывает и крупная, но есть и мелкая. Ну и цветение вот таким вот обычным белым цветом, но это как бы не особо принципиально. Поэтому такой небольшой обзор гибрида «Розовая мечта», выращенного из семян.